Русские сказки. Джин в бутылке. В стародавние времена на опушке большого густого леса жили-были дровосек с сыном. Пусть не богато, зато счастливо. Я обожаю твой гороховый суп с хлебом. Нет, ничего вкуснее. Ну все, сынок, давай спать. Завтра объявят оценки в школе. Фрэнк думает, что я стану лучшим в классе. А еще Фрэнк сказал... Засыпай скорее, Сэм. Поздно уже. Фрэнк – самый лучший и верный друг Сэма. В тот день Фрэнк был еще радостнее, чем обычно. Эй, Сэм, давай обрадуем дядю Джона и расскажем, что ты стал лучшим во всей параллели. Хе-хе, да, конечно. Представляю, как он будет рад. Так что же ты копаешься? Смотри, какой камушек. Не каждый день находишь такой идеально круглый галыш. Погляди. Хе-хе, кто первый до дома, тот и выиграл. Так нечестно. Попробуй догони, черепаха. Дядя Джон, угадайте, что случилось? Что такое, Фрэнк? Тише, присядь и отдышись. Дядя Джон, мы только что узнали, что Сэм – лучший ученик в нашей школе. Правда? Ах, сынок, как же я тобой горжусь. Спасибо. Дядя, Сэма досрочно переводят на класс старше, ведь он отлично учится. Выходит... Он еще раньше станет врачом. Отец, что случилось? Вы двое, наверное, проголодались. Я оставил вам хлеба. Поешьте, обед на столе. Дядя Джон, что не так? Отец, скажи нам, прошу. А, извини, сынок. Мне нечем платить за твое обучение. Отец! Денег едва хватает на одежду и еду. Но откладывать на школу я больше не могу. Я спрошу своего отца, может. Спасибо, Фрэнк, но не стоит. Отец, может, я помогу тебе с работой? Вместе мы заготовим больше дерева, а значит, выручим больше денег. И тогда я снова смогу вернуться в школу. Будешь дровосеком? Почему нет? Это здорово. Но я лишь хочу использовать свой талант. Знания даются мне легко. Если я учусь на пятерке, то и лес смогу рубить. Вместе мы заработаем больше денег, и я вернусь в школу. Нет, сын, это тебе не по силам. Да и топор только один. Я могу дать второй. Мой отец будет не против. И да, Сэм, я буду тебе рассказывать, что было на уроках, так что ты быстро нагонишь, когда вернешься. Да, вот здорово. Спасибо тебе, Фрэнк. Мой отец даст топор, не отчаивайся. На следующий день Сэм вместе с отцом отправились в лес рубить дрова. Они трудились без перерыва до полудня. Всегда первым делом руби упавшие мертвые деревья, сынок. Здоровые и молодые мы губим только в самом крайнем случае. Да, отец, нам говорили в школе, что деревья живые, а значит, обижать их нельзя. Ох, сынок, ты хотел выучиться на врача, а вместо этого рубишь со мной лес. Пожалуйста, прости меня. Отец, не стоит извиняться. Еще рано отчаиваться. Мы все преодолеем вместе. Отец, я стану врачом и буду помогать людям. Работать буду я, а ты будешь только отдыхать. О, вот как, сынок. Чем же я буду заниматься? Я люблю тебя. Ну что, Сэм, давай отдохнем, да пообедаем. Давай садись и поешь. Смотри, отец, какая красивая птица. А как же обед? Сын, вернись! Я только на минуточку, папа! Будь осторожнее!
Дети. Эх! Сэм побежал в чащу леса за нарядной птицей. О, где это я? Далеко я забрел. Пора назад. Отец, наверное, заждался. О. Помоги мне! Помоги мне! Где ты, друг? Я здесь, в кустах. Я сейчас. Сюда, сюда, сюда. Да. Выпусти, выпусти. Пожалуйста, помоги мне, умоляю. Бедняга, я тебя вытащу. О, кто ты такой? Что ты такое? Я джин, что был запечатан в бутылке 500 лет назад. Ты жалился надо мной, добрый мальчик, а значит, ты достоин награды. Награды? Да, награды. Я должен убить того, кто освободит меня. Что? Так-то ты проявляешь благодарность. Что ж, если ты умен и находчив, то спасешься. А если нет, готовься к смерти. Вот уж не ожидал, что наградой за спасение будет смерть. Это нечестно. Какая жалость. Откуда мне знать, что в бутылке сидел ты? Ну ты же сам освободил меня. А может, в бутылке сидел другой джин? Вдруг ты джин побольше, спрятался за завесой дыма и съел того, которого я освободил. Что? То! Волшебным созданиям доверять нельзя. Но как мне доказать это? Есть одна мысль. Полезай-ка сюда, в бутылку. Так я узнаю, что ты тот джин. Ладно, дело не хитрое. Что? Нет. Получи свою награду, злодей. Стой, прошу, не уходи. Клянусь, я пальцем тебя не трону. Сомневаюсь, друг. Я хотел уточнить, проверить, достоин ли ты настоящей награды. Если бы я был злодеем, то убил бы тебя сразу и не поддался бы на уговоры стать маленьким. Верно? Да, это верно. Я тебя не трону. Прошу, выпусти. Ладно. О, наконец-то я свободен. Благодарю. Счастливо оставаться. Стой. Куда ты, а как же награда? Нет уж, не надо. Ты достоин ее, она твоя. Держи. Держи. Что это? Протри серым уголком любой металл, и он обратится в серебро. Протри красным уголком любую рану, и она сама исцелится. Бери же. Используй ее для добрых дел. Куда же он подевался? Надо пойти и поискать его. Отец, смотри, что у меня есть. Сэм! Сынок, я так волновался. Больше не о чем волноваться. Пойдем домой, я расскажу. Что? Ну, у нас еще много работы. Можешь идти, если утомился. Отец, один я не доберусь. Пойдем. Мне столько нужно тебе рассказать. Скорей! Все в порядке, сынок? Идем, пап. Дома ты обо всем узнаешь. Ах, ну ладно. Погоди, Сэм. Папа идет. Тем же вечером Сэм рассказал отцу и Фрэнку о том, что с ним случилось. Ну что, проверим? Что уж терять время. Патрон, нож. Получилось, получилось. О-о-о! Теперь все наши тревоги позади. Что бы потереть? Тарелку? Кружку? Чайник? Отец, сколько денег мы за это выручим? Давай-ка выясним. Друзья отправились в ювелирную лавку, чтобы продать посуду. Такого чистого серебра я давно не видела. Вот, прошу. Да! Проходите, ужин готов. Твой любимый гороховый суп, Сэм. Отец, нет нужды есть гороховый суп. На свете столько разных вкусностей. Кто знал, что однажды я смогу их купить?
Дядя Джон, суп очень вкусный! Спасибо, Фрэнк. Тревожусь я из-за сына. Не беспокойтесь, просто он очень рад. Надеюсь, он образумится. Но с той поры Сэм с каждым днем становился только грубее, высокомернее и раздражительнее. Итак, что же мне обратить в серебро сегодня? Эй, Сэм, я принес учебники, давай заниматься. Раз уж ты возвращаешься в школу, нужно наверстать упущенное. Сэм, давай, ты ведь вернешься в школу? Что, в школу? Зачем? Что значит «зачем»? Ты ведь хотел стать врачом, верно? Да, чтобы заработать деньги. Но с волшебной салфеткой деньги у меня никогда не закончатся. Чего ради мне учиться? Ты ведь хотел помогать людям. Я могу дать им денег. Тем более красная ткань исцеляет раны. Может сделать ее серебряной? Сэм, идем! Ребята ждут нас. Идем играть. Нет, я не хочу играть, Фрэнк. Помоги мне лучше пересчитать деньги. Это весело. Сэм, ты сам не свой с этой салфеткой. С тех пор, как она у меня появилась, ты стал мне завидовать. Что? Уходи, дай мне посчитать деньги. Ты хороший мальчик, Фрэнк. Отец, почему ты продолжаешь работать? Денег у нас теперь предостаточно. Если я заброшу свою работу, что же я буду делать? Общайся со мной, мне скучно. Да? А где же твои друзья? Пойми, сынок, работа может приносить радость. Фрэнк! Эй, Фрэнк! Смотри, что я нашел! Давай играть! В отличие от некоторых, мне нужно учиться. Сэм очень скучал по Фрэнку. Никакие деньги не могли исцелить его одиночество, купить смех, веселье и радость. Пока, Фрэнк! Пока! Привет, Фрэнк! Поиграем? Много уроков. Давай вместе сделаем. А что, все свои денежки уже сосчитал? Фрэнк усвоил урок. Он понял, что в жизни есть много вещей более важных, чем деньги и богатство. Сынок! Отец, я снова иду в школу. Не волнуйся, отец. Я взял ровно столько, чтобы оплатить свои занятия. Спрячь эту салфетку, отец. Все верно. Работа приносит радость. Теперь-то я это понял. Сынок, я тобой горжусь. Фрэнк! Эй, Фрэнк! Прости меня, Фрэнк. Я виноват перед тобой. Я стал таким злым, грубым и бестолковым. Да, вот именно, ты стал злым, грубым и бестолковым. Но я понял, что куда важнее учиться в школе, играть с тобой, гонять птиц и обедать с отцом, чем превращать все в серебро и считать деньги. Ты простишь меня? Только если добежишь до школы первым. Это нечестно, Фрэнк. Попробуй догони, черепаха. Так Фрэнк и Сэм снова стали лучшими друзьями.